Мы написали номер, который называется очень просто, называется «Хочу в Болгарию». Да, но нам нужна будет помощь. Конечно, из зала. Мы пригласим на сцену нашего кореша, дядя Жора, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, дядя Жора, а сегодня это Вадим Мечковский. Сегодня поможет нам показать номер, который называется «Хочу в Болгарию». Давайте вернемся все в Советский Союз. 79-й год. Уехать из страны было невозможно. Последнее, крайнее средство – это было собеседование там. Итак, собеседование. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, пришел к вам. Хочу поехать в Болгарию. Так, в Болгарию. Зачем вам в Болгарию? Ну как, ну мир посмотреть. Угу. Есть же фотографии. Фотоальбомы есть. Телепередачи. Да. Клуб путешественников. Я знаю. В мире животных вот есть. В мире животных. Да, я знаю. Специально делаются такие передачи, чтобы вы смотрели мир. Да. Да. Там Болгарию показывают часто. Да, ну я понимаю, ну меня ж там нет. А вам что, не нравится здесь? Нет, очень здесь нравится. Так что ж такое, зачем же вам Болгария? Не, ну просто там море, хочется поехать покупаться, ну молодой. Ну, так, хорошо. Хорошо, ладно. Вы документы все подготовили? Да, значит, вот 18 рекомендаций, вот, 6 пачек фотографий, 3 на 4, вот, по 200 штук каждой пачки, вот. Так, вот. Хорошо. Вот, или и флюорография, заверенная нотариусом тоже. Ну, так, хорошо. Какие болгарские языки вы знаете? Ну, все знаю. Откуда? Так, секундочку, вы болгарин? Нет. Так, а какая ваша национальность? Украинец. Украинец, да? Украинец. Ну, а настоящая ваша национальность? Поляк. Так, ну, а на самом деле вы? Осетин. Ну, а по документам вы? Ну, бухгалтер. Бухгалтер. Ну вот видите, еврей. Еврей. Так, на всякий случай пальчики оставим. Да, пусть будет. Какие болгарские сигареты вы курите? А, ну, значит, я пробовал БТ, пробовал Радопи. Да. Вот, от Радопи, кстати, крутит в жопе. Ой, извините, у вас тут Ленин висит, я не знал. Так. Извините. Андрей Сергеевич, ну вы даете. Так, дети у вас есть? Есть. Так, а в Болгарии? Нет пока. Плохо. И не надо, Андрей Сергеевич. Понял. Андрей Сергеевич, а вот если вы будете идти по Болгарии, и к вам кто-то подойдет и спросит, хорошо ли вы живете в Советском Союзе, что вы ответите? Я отвечу честно. А вот честно не надо. Надо отвечать по инструкции, Андрей Сергеевич. Да, вот остановят остановить Болгарию, и вдруг спросят, а кто глава ЦК Компартии Болгарии? А вы ему скажите, чтобы не останавливал. Скажите, что я все тут ответил, я все знаю. А вот я вас проверяю, кто? Тодор Живков. А, Тодор Живков. А кто вам там будет подсказывать? А вы что, со мной не поедете? Прикажут, поедем, Андрей Сергеевич. Да? Что вы хотите с собой брать? Ну, там обычно, что, вьетнамки, плавки, вот, панамочку. Панамочку? Да, такую зеленую, в ромашечку. В ромашечку? В ромашечку. Ну, это как, ну, погоди. Это... А, это хорошо. Хорошо, это хорошо. Да, как, это ну, погоди. Вот, ну, эти очки, чтобы нырять. Куда нырнуть? Ну, за ракушками. Ракушками? Ракушки, да. Ракушки. Это макароны такие. А, это макароны. Это хорошо, да. Я запишу. Вот. Зачем тогда панамка, Андрей Сергеевич? Так. Андрей Сергеевич. Вы знаете, складывается такое впечатление, как будто вы едете на море отдыхать.
Андрей Сергеевич, серый строгий костюм, накрахмаленная рубашка, серый галстук в ромбик. Вот настоящий пляжный прикид гражданина Советского Союза. Не то, что там в трусах по пляжу расхаживать. Вдруг у вас что-нибудь не так? Да, ну все там так, ну че вы это? Андрей Сергеевич, вы слишком высокого мнения о себе. По вашим плавкам будут судить обо всем Советском Союзе. Ну, товарищи, поверьте, я не подкачаю. Не знаю. Да врет он все! Врет все! На глаза его посмотри! Глаза смотреть! Шпион! Нет! Шпион! Нет! Ангиной болели вы, да? Да. Продал родину, собака! Нет! Продал! Нет! Кровь сдавали? Да, из пальчика. Завербовали? Давно завербовали? Недавно. Недавно! Не вербовали! Кавказскую пренесу смотрели? Да, смотрели. Шурик, родину любишь? Нет, да! Ты родину любишь? Люблю! Глазки забегали! Ты у меня, Андрей Сергеевич, будешь на нарах ночевать. Ты у меня всю жизнь будешь хлеб и воду кушать, понял? Я тебя взгною в лагерях, ты понял? Что хотел вывести из Советского Союза? Что хотел? Я же говорил вам панамочку, ромашечку. Как, погоди, да. Да, в ромашечку. В ромашечку? Да. Панамочку. Что же вы сразу не сказали, Андрей Сергеевич? И плавочки. Я сразу смотрю, вы человек хороший. Да. Мы вам верим. Да. Да. Нервы у вас не к черту, конечно. Да. Нервы не к черту, да. Отдохнуть вам надо. Да. На море поехать. На море. Да. В Крым куда-нибудь. В Бердичев. Да, Бердичев. Хорошо сейчас в Бердичеве, да. Трускавец еще неплохо. Трускавец. Да, в Трускавце хорошо. А лучше под Ирпенем. Сосновничек есть. Отличная база, да. Да, нервную систему. Сердечно-сосудистые, все. Да, вообще, да. Давайте. Поедете? Да. Давайте. Поеду, я как раз рядом живу там. Давайте. Вот, видите, как хорошо. Хорошо, давай, кстати, да. Андрей, спасибо. Топайте, спасибо вам большое. Спасибо. Что там? Для тебя путевочка есть? Да. Еще одну надо, да? Да. Следующий, пожалуйста. Следующий. Дядя Дора. Вот Чехова! Ну да, был. Ваши аплодисменты.